Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр Анатов. Продолжаем играть в Splinter Cell Blacklist. И отправляемся, я думаю, на следующую миссию. К слову, в конце ролика будет выложен дополнительный небольшой кусочек видео с небольшой мета-игрой, связанной с этой картой SMI. Так что, кому интересно, не пропустите. Поехали. Похоже, так. Спецназа США – это один из самых кровавых дней в истории. На размещенном в сети видео показан расстрел американских войск боевиками инженеров. Здесь его показать мы не можем. Кадры не для слабонервных. Президент Колдуэлл поклялась отомстить за смерть погибших и продолжить войну с терроризмом. Однако Конгресс не уверен, что ей удастся справиться с охватившим страну кризисом. Угу. Сорвите первый теракт, теракт черного списка на территории Америки. Угу. Стиль. Ладно, начать с инструктаж. Данные АНБ перепроверены по трем источникам. Похоже, цель в Далласе, но ничего конкретного. Возможные объекты здесь и здесь. Стадион и аквариум. Нам дали посадку в Лавфилде вместо Форт-Уорта. Хоть время сэкономим. Мы будем держать тебя в курсе. Вопросы? Да. Почему Чарли молчит? Уже сказал ей. Скажи мне. Я проверил данные по всем основным аэропортам страны. Не было ли пассажиров в розыске? Что это? Ничего. Вакуум. В Чикаго рухнула база аэропорта. Список пассажиров был недоступен 5 часов кряду. Профилактика проверена. Дай ему сказать. Я вручную прогнал фамилии пассажиров с прибывших рейсов по нашим базам. Всплыло 6 имен. А теперь гляньте. Запись камер аэропорта О'Хара. Те 6 вышли вместе. Признаю, это важно, но не приоритетно. Все данные из различных агентств указывают на Даллас. Я о том и говорю. Никто не ждал их в Гуаме. Тогда инженеры тоже спутали все карты и перебили несколько групп спецназа. Мы успеем вернуться из Чикаго? Слишком далеко, Сэм. У нас только один шанс. Если мы промахнемся в Чикаго, то не успеем в Даллас. Сэм. Выбор. Сейчас мне дадут выбирать? Я думаю, да. Нет, я не могу. Я просто могу начать задание. Ну, начать задание. Летим в Чикаго. Мало ли, что там случайно обнаружил Чарли. Президент дала мне карт-бланш в этой операции. И заберет назад, если нарушишь приказ лететь в Даллас. Атака в лоб не имеет смысла. После того, что Садик устроил в Мираве. Что это? Спецназ Чикаго. У них ЧП с захватом заложников. Готовь вертушку! Ну вот. Вот-вот. Там чертов лабиринт, да еще эти заложники. Усыпляющий газ поможет избежать лишних жертв. Целиться будешь по камерам-липучкам. Без них никак. А, лабиринт стенки, потому что мешаться будут. То есть выстрелил камерой. Так что ли получается? За угол куда-нибудь. А как я по камерам-липучкам буду целиться? Ну не знаю. Я же... Это тебе так, фигурально говорят. Сам-то будешь уже на месте смотреть. Ну, давай посмотрим, что у нас с гаджетами. Камера-липучка есть. Трикоптер. Слезоточивый газ рекомендуют взять. Временно нейтрализует врага облаком химического дыма. Ну, это понятно, но... Даже не знаю. Ладно, оставим как есть, я думаю. Купить я ничего не могу все равно. Может быть, улучшить что-то? Не, уже все улучшено. Денег нет. Поехали. А что там было 5 из 6? Только что. Где? Вот промотал только что опять. Еще раз. Нет, было что-то 5 из 6. Ну ладно, вот. Гаджеты. А, я могу еще один гаджет надеть. Вот так. К примеру. Ну вот. А откуда у меня еще один слот? Странно. А, это, видимо, я костюм одел.
Я случайно тогда же поменял костюм и, видимо, одел. Ладно, так, поехали. Ну вот, Эми пригодится. Террористы связались с полицией Чикаго. Чего хотят? Ничего. Только потребовали, чтобы полиция не совалась в этот район. В таком случае зачем им заложники? Может, вляпались выше головы. Возможно, это не инженеры, Сэм. В Далласе и без них хватает уродов. Время на нуле. Отступать уже поздно. Ну да, если мы здесь промахнемся. То туда уже не успеем. Молот играет. Тут ярмарка какая-то. Была. Да я смотрю, они не особо церемонились, там трупы лежат. Почему тут заложники, если они этому народ поубивали? Наверное, есть заложники, а может быть, заложников уже и нет. Вон, смотри, слева спуститься, наверное, можно. В колонии. Да, наверное. Сейчас. Так, ты не собираешься сюда идти? Не знаю. Не очень понятно. Вообще можно его снять, по идее. Не, не собирается. Но он не очень удобно там стоит. Этого бы оттащить куда-нибудь. А чё он там лежит, его никто и не видит? В принципе. Пом-пом. А мне вообще туда надо попасть? К слову. А вот еще тоже слезть можно. Угу. А можно, может быть, вообще по стенке пройти? Есть там карниз какой-нибудь? Не. А, нет. Ну все, тогда спускайся. Не, не получится. А чего спускайся-то мне? То есть, где мне там ныкаться-то внизу? По итогам. Ну не спускайся. Нам. Ну, в любом случае, да, здесь нет смысла, надо здесь спускаться. Можешь попробовать пройти вот по трубе туда дальше, может быть, там что-то удобнее. А, хотя вот тут сломано, можно пройти, нет? А. Не. Понятно. Мне показалось, можно, да, на трось. На трось. А, вон туда, на площадку, вон спуск, да, понятно, съехать. Ага. Что мне это дает? Да пониже стал. Здесь проще спустить. Он тут стоит или? Не вижу. Или просто мигает? Ну тут где-то ходил. Да, один. Ходил. Вон он. Почему не слезает-то? О. Так, а здесь лампы можно выключить как-то? А, нет, они... Ай-яй-яй. Ай. Просто про индикаторы сейчас напомнили. Че, будешь его усыплять? А как мне его потом оттаскивать? То есть спит его не проблема. Он же там на открытой местности будет валяться. Хотя бы там, но тоже не уверен. Там еще один. Ну да.
Не получится пробежать. Хотя нет, нормально в тени, потому что, видимо. Что мигает? Это взрывчатка они? Да, слушай, они заминировали. Выход-то. Да и не один, вон тоже мигает, видишь? И вон там дальше еще. Да, но я говорю, выходы в прямом все причем. Ай-я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 й. Полчаса его можно. Вот гад, куда ушел-то? И перекинуть его туда-туда. Или пусть лежит? А где еще один был просто? Ну он туда дальше ушел. Пока. Туда по коридору. Круто. Супер. Теперь я его вообще поднять не могу. Ну, пусть лежит. Так чуть. А чё пусть его лежит? Его сейчас... За это будет. Где еще один, я вижу по карте. Вот справа. За углом. Да-да-да. Ты не храпи там так. Да-да-да. Ну, долго ты там стоять будешь? Ой, это я не очень удобно. Мали-мали. Отлипай. Ой. Еще минус один. А справа тот, который ходил, не вернется? Вернется. Ой, там бы слева еще не заметили. Да их тут больше шести, кстати говоря. Да, гораздо больше. Эй, а куда все пропали с радара? Чок-чок-чок-чок. Ой. Отлепился? Что-то у меня идей нет. Кончились. Оп. Как бы... Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Рубай. Фу. Фу-фу-фу. Так, справа. Ой. А где еще слева, не пойму. Смотри, идет. Через стенку, видимо. Ой, как ты тут удачно лежишь. Ага, через стенку получается. Ага. Это бомба? А, нет, лампочка. Оу. Это было не очень тихо. Нормально. Как бы им там освещение-то вырубить? Давай попробуем. Я так не смогу попасть. Ну, вот этого снять надо, а потом можешь пытаться зайти. Он не один. Да нет. Они оба, по-моему, там. Цыц, так не храпи. Вот.
Он ходит, красавец. А сейчас, по идее, должны вместе стоять рядом, да? Не пойму. Ой-ой-ой-ой-ой. Расходятся в разные стороны. Да. Народу перебили гады опять. Опа-опа. Насторожился, да? Конечно. А что такого-то? Ну подумаешь, лампочка лопнула. О, это я люблю, да. Это аномалия. Далеко уже. Опа. Это плохо. Ну да. Нарушитель открыл огонь. Ищем. Кому ты там говорил? Да. Так нет, ну в принципе. Признавайся. Че музыка такая напряженная заиграла, как будто я тут не знаю, что сделал. Ну, в общем, получается, надо примерно дальность запомнить, на какую можно стрелять. Получается, так? Да не, я просто думаю, насторожил их тем, что много пострелял в одно место. Опа, смотри-ка, как я могу делать. Ага, круто. Над головами прям можно подползти и сверху свалиться. Ну да, ну ладно. Я не подумал, что... можно сделать так. Чё-чё? Кл-выкл. А чего на стене было написано? Заложников видел? Нет, только сопляков с плохой снарягой. Может, это не черный список? Выясним. Ну, по идее, здесь ты в темноте, да, спрыгнешь? Хорошо. Боялся, что не заденет второго. Нормально. С прохода его убрать. Хотя, куда здесь уберешь-то? Ну, хотя бы сюда. В темноту прям кидай их. Там идет, да? Ну, что-то ходит. Ниже. О. Опа. Ага. А я могу, интересно, незаметно открыть, чтобы он не заметил, как я его... Я думаю, когда он от тебя идет, тогда можно. На радар посмотри. Ну да. А вот теперь поздно. Фу. Нормально. А что там за аппаратура была? По-моему, там горело что-то. Повернись налево. На стенку. Еще, еще. Мне просто показалось, когда ты проходил там. А-а-а, слушай, смотри-ка. По-моему, это было зря. А я не знаю. Я ж не знал. Просто сказал тебе, что там что-то было.
хочет? Чё? Ладно, ладно. Ну идите сюда. Чё вы там? Ты такие стесняшки. Или не пойдут? Я думал, пойдут. Да вроде не собираются. Нашел что-то? Видишь? Тут ничего нет. Странно. О, как. Тишина. В принципе. Надо разделиться. Так искать проще. Орут, слышишь? Да. Женские вопли. Да. Опа. Я так понимаю, здесь кромешная тьма. Попробуй отключить. А, понятно, да. Все равно нифига не видно, если честно. Минус один. Ой. Нормально, нормально. Ничего не нормально, случайно спрыгнул. Их тут двое только осталось? Трое. Не использовал взрывчатку без заложников. Никто не собирается. А, не дотягиваюсь всех троих вынести. Их там кто-то держит или? Нет, просто сидят. Их тут трое, да, осталось, если я вот этого понимаю. Левого можно сейчас снять, пока он в сторонке. Ну, вроде да. По крайней мере, больше не видно пока. А можно где-нибудь наверх там залезть или еще что-то? Да что шарать-то так? С левой стороны, наверное, да? Что такое горласт-то? Грим, заложники в котельной. Здание начинено С4, но противник уничтожен. Ясно. Можно пускать саперов? Пусть будут готовы. Никого не пускать, пока все не проверю. Поняла. Как я его набегу, да? Нормально. Не то, что нормально. Но сойдет. По крайней мере, мне понравилось. Единственное, что в этом, конечно, в этой маске... Не видно, плохо глаза начинают болеть. Ты видела, сколько их там? Да. Используйте лучше, чтобы одновременно поразить несколько целей током. Да, даже так. То есть проводником использовать. О, там цель, смотри, захватом тебя пометили. Да, да. Хорошо. Шпана, говорит, плохо вооружённым. Что-то как-то их многовато для гопников-то. Ну да-да. Жалко, нельзя прям сюда утянуть. Просто. Допустим. Или можно? Думаю, можно, если бы он сюда подошел, но он тебя заметит просто, потому что перила прозрачные. Да. Там внизу ходят еще. Угу. Факер был пьяный, фокус не удался. Ну как сказать, не удался? Мне кажется, вот как раз верхнего, ой, нижнего там можно было бы дотащить все вот эти мостки. Нет, меня потом заметят снизу, там ходит же народ. Я не могу на центральную вылезти, потому что меня заметят. И вот к чему. Опять пробки. Пробки. Иди проверь. Хочет.
А этот хочет? Ой. Да не то, что я хотел. Ну иди сюда, иди. Ой. Не понял. Снизу прибежал, что ли? Хы. Снизу прибежал, прикинь? Да, как он услышал? Он как раз, видимо, над этим местом стоял. Он морда-морда слева. Ой. Черт. Как-то все неловко. Да лампочки выбивай. Так они же прибегут сюда на шум. Просто так не вырубишь. Ой, там бронированные. Ну да. Так, снизу получается двое еще. Можно попробовать в обход. Давай попробуем. А вот эти спуски влево, вправо, это просто? Или можно спуститься? Нет, там? Не просто можно спуститься. Только не совсем понятно. Ну, кстати, вот этих-то можно устранить, я думаю. Эх. Шуметь бы немножко. Это мне его захватить? А, нет, дальше надо на которого захватить. Там опа, увидят. Опа, 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 опа. Может быть, когда он уходит... А, нет. Ну, попробуй здесь всего, я не знаю, в пол стрельнуть или... Пошуметь чуть-чуть. Слишком много их тут в одном месте, чтобы прямо вот так вот взять и шуметь. Ну, давай попробуем. Ага, не дошел. Какой-то странный звук. Гад такой. Второй раз, я думаю, не прокатит. Так он сейчас ближе стоит, кстати, смотри. А! Плохо. Где? Где? Я не могу его ничего сделать. Вообще ничего не могу ему сделать. Полностью бронированный, да? Ну да. Иди сюда. Тушим свет. Че, ничего не беспокоит? Сейчас снизу прибежит. Все-таки они начинают сильно волноваться, когда много таких действий делаешь. Это логично. Не, я понимаю, что логично. Я ничего не говорю. Это скорее одно дело, допустим, понимание когда одна, механики. Одна лампочка лопается, а когда они очереди начинают лопаться. Ну да. Уже наводит на размышления. Не понял. Кто там что говорил? Ну уже, вставай! Упс.
А этот, который в броне, интересно, по нему ток проходит вообще, нет? Или, к примеру... Нет, я стрелял, он не проходит. Вообще никак. Ой, а ты куда пошел? Никуда вроде. Он просто слева стоял. Немножко неожиданно. Ходит, видимо. Слева направо, справа налево. Опс. Этот... Ага. Не увидит его, который ходит бронированный. Может. Попал. Эй-эй. Ага. Что ж такое-то? Вот он. Я так понимаю, фиолетово на это все. Он без каски. Сейчас. О, попал. Да. Я надеюсь, я этого не убил случайно. Не, нормально. Приоритетный объект захвачен. Что-то они вообще очень низко забрались. Все ниже и ниже опускаешься, да? Теракт готовят какой-то. Может, они воду хотят отравить, к примеру. Не знаю. Так, Сэм, впереди старый канализационный туннель. Похоже, он ведет к водоочистной станции. Угу. О, как. Ты прямо как в воду глядел. Опа. Плохо. Нет, дрон не отвечает. Минуту. Высылаю другой. Ха-ха-ха. Зачем вам водочистная станция? Говори. Иди нахер. Окей. Ой. Я все скажу. Биологическое оружие. У них есть вирус. Они хотят заразить воду? Как мне обезвредить бомбы? Кодом. Флешка на моем ремне. Быстро заговорил. Ну да. Все рассказал вам. Я помог вам. Не убивайте меня, прошу. Сейчас выбор дадут. Ну, понятно. Грим? Мы все слышали. Он дал мне флешку. Подключаю к АПСАТ. Он думал, что ты это... спецназ. Спасибо им за терпение. Сэм, фургоны, которые Чарли засек в аэропорту, прибыли сюда час назад. Мать твою, мы опоздали? Еще не знаем. Торопись. Чарли прав. Я хотел сказать это. Он что думал, очередной полицейский гуманитарий, который не посмеет руку поднять, что ли? Такие посыланцы все, я смотрю, храбрые. Не, я просто на самом деле не вижу смысла щадить вот как минимум в данной игре и как минимум в данной ситуации. Я же тебе, говорит, все сказал. Ага. Я тоже все сказал. Ну, да, я угадал, как минимум, по крайней мере. В принципе, это было бы логично, действительно, потому что большие города, водохранилища, водоочистные станции всякие, зона покрытия вода просто нереальная. Вода — это жизнь, американская жизнь. Ну, кстати, да. Тут ты права.
Так, ну ладно, я думаю, что мы на этом и закончим эту серию. Надеемся, вам нравится. Будем продолжать. Оставайтесь с нами. И увидимся. Всем пока. Всем пока. В общем-то, небольшая особенность такая в данной игре. Называется «Агент недоступен. Мета-игра». Есть интересные данные по сегодняшним испытаниям северокорейской ракеты. Когда она проходила над крупнейшим городом Японии, данные телеметрии были получены... Телеметрии были получены очень странные. Может, это совпадение, а может и нет. Суть в том, что нам как бы дают какие-то наводки, и мы должны провести свое небольшое расследование. В данном случае наводка это Япония. Япония у нас где-то рядышком. Ну, вот она. Вот, то есть мне нужно навестись вот этим мото. Как бы это сказать-то? Ну, курсором. Пусть курсором, будет. Пусть будет курсором. На то место, где я думаю, что идет следующая наводка. Вот. Тогда появляется следующее подзадание. Читаем. Так. Токио, Япония. Над Токио очень много разнообразных сигналов, но их анализ кое-что выявил. Мы засекли аномальную передачу в момент прохода ракеты над Токио, и эта аномалия нам знакома. Идентичные были зарегистрированы во время наших исследований высоких слоев атмосферы на севере Тихоокеанского побережья. То есть здесь либо Токио, но Токио это мы сейчас, по идее. Да, мы сейчас в Токио. То есть нам надо посмотреть Тихоокеанское побережье. Север. Север Тихоокеанского. А как... Ну а как действительно точку искать? На ощупь что ли щупать? Ну давай попробуем на ощупь. На севере Тихоокеанского. О, нашел. Да. Так. Гакона, Аляска. Насколько я понял, они тут просто лупят волнами по северному сиянию. А вот личные дела сотрудников, это уже интересно. Был тут один мужик, который часто упоминал Монгома Ндеми. Он исчез за 2 недели до этой заварухи с корейцами. И вместе с ним пропало много записей. Может, его съели белые медведи? Монгома Ндеми. Это... попробуй прогуглить вот это. Монго. Только там МА и НДМ раздельно. Вот-вот-вот, он тебе правильно подсказал. Где это у нас? Камерун. Ну, открой. Сейчас, секунду. Страна Камерун, это у нас Африка, да? Так, смотрим. Насколько понимаем. То есть это где-то вот здесь. О, точно. Смотрим дальше. Человек, пропавший из исследовательского центра, самозванец. Настоящий ученый находится здесь, в Камеруне, и не уезжал на Аляску. Выходит, наш самозванец завладел технологией, которая, вероятно, может перехватывать ракеты. СМИ выдает сведения о схожих сбоях в телеметрии на трансполярных воздушных трассах. Похоже, лжеученый обосновался на севере. На севере чего? На Аляску? Выходит, настоящий ученый находится здесь, в Камеруне, и не уезжал на Аляску. Да, где-то трансполярные воздушные трассы на севере. Может, имеется в виду где-то здесь, на севере? Я не совсем... На севере Африки, что ли? Не, что-то... Трансполярное. О, нашел. Так, есть наводка на вора. Он намеревается продать прибор на аукционе, сбив самолет в качестве демонстрации возможностей. Мы можем прервать аукцион и взять некоторых покупателей, представителей террористических организаций и радикально настроенных стран. Или можно собрать другой прибор, заглушить передачу
и дискредитировать продавца. Риск велик, но... Так, что сделать? Спецоперация или глушить сигнал? Ну, решай. Ну, наверное, спецоперацию лучше сделать. Мы ему не дадим взбить самолет. В любом случае, на самом деле, не дадим. Только вопрос, что получится, не получится. Ну, давай спецоперация. Выполнил. Множитель дохода увеличен на 0,5. Ну, в общем-то, все. Вот такая вот. Такой вот небольшой квестик, по сути. Довольно интересно сделано. И такое задание появляется, насколько я понимаю, каждый день. Да, раз в сутки. Причем оно, по-моему, появляется где-то во второй половине дня уже по российскому времени. По Москве, в смысле. По российскому это, конечно, очень сильно округлил.